Артисты цирка из 11 стран мира, лазерное шоу, выступления животных. Международная программа известного цирка имени Юрия Никулина продолжает удивлять кировских зрителей. Чем именно? Подробности в сюжете. Первыми на сцену выходят канатоходцы. Под куполом они выполняют сложные элементы в воздухе. Встают на руки, садятся на шпагат и даже делают сальто. А выступление иллюзионистов и вовсе заставляет открыть рот от изумления. И как же цирк без животных? В состав звездной труппы вошли короли пустыни. Они первые показались на манеже. Верблюды – это своенравное животное. Обучить их всем трюкам, какие они выполняют в цирке, стоит больших трудов. И вот долгожданный выход медведей. Косолапые артисты решили удивить зрителей своей спортивной формы. Вот один приседает с большой штангой, а другие показывают свое мастерство в футболе. Самый сложный трюк, по мнению дрессировщика Рената Косеева, это танец медведя под Катюшу. Потому что он даже кушать хочет, но он все равно не уходит с манежа, потому что сзади его ожидает там более сладкая сгущенка. Но здесь он должен себя показать до конца. А еще на арене крокодилы, гиены, страусы и воздушные гимнасты. Их трюки без страховки уже оценила жюри фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. Гастроли в Кирове продлятся до 15 июля, а сразу после этого артисты отправятся в международное турне. Киров, we love you! Евгения Абакина, Александр Нестеров, Бюро Новостей.